Всем привет, друзья! И вот указ подписан, патент отменили, точнее отменили оплату на целых 3 месяца. Мы хотели на 1 месяц, на 2, либо на 3, но сделали максимально на 3 месяца, на 90 дней. Я всех вас еще раз поздравляю с этим делом. И сейчас у меня уже, вот посмотрите, пожалуйста, есть указ на руках, и мы все вместе сейчас с вами посмотрим, что же там такое написано. Указ президента Российской Федерации о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В целях этого урегулирования, руководствуясь 80-й статьей Конституции, постановляю приостановить на период с 15 марта по 15 июня включительно полностью все регистрации, все сроки. Тут целых 4 параметра, друзья. Сроков временного пребывания, временного и постоянного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства. Это как раз-таки первая статья идет для тех, кто приехал на 90 дней. Все сроки, которые у них, грубо говоря, сейчас просрочены, Владимир Путин этим указом приостанавливает срок их действия. То есть, смотрите, тут получается такая ситуация. Все, что было легально до 15 марта, все продолжает работать вплоть до 15 июня. То есть, ну, грубо говоря, вот этот период остановился, и все. И мы продолжаем спокойно жить. Данная регистрация продлевается автоматически на 90 дней, до 15 июня. То есть, все, кто приехал сюда в гости, друзья, если раньше нужно было продлить, то сейчас даже ходить никуда не нужно. Тут так и написано, не нужно никуда ходить, все продлевается автоматически. Поэтому спокойно живем, не переживаем. Как только откроются границы, начнут чартерные рельсы летать, все спокойно поедем домой. Это кто касается, кто приехал в гости. Второе, это у нас идет именно сроков действия следующих документов. В большинстве из нас все работают по патенту. Я знаю, у моих подписчиков больше 80%. Они работают по патенту. Ребят, если у вас патент и регистрация действовали до 15 марта включительно, ну и после, соответственно, вы полностью автоматически до 15 июня продлеваете все эти документы. И патент, и регистрацию, и миграционная карта, и полностью весь пакет документов просто продлевается. Вы можете легально эти 3 месяца и работать в Российской Федерации, если есть работа, либо просто находиться, либо заниматься еще какой-то деятельностью, да, то есть все документы автоматически продлеваются. Вот это и было важно для нас. И поэтому вот сейчас я вам этот указ показываю, это у нас идет именно Г, пункт Г, что действие следующих документов, и вот внизу тут как раз таки написано разрешение на работу, патент и разрешение на привлечение, использование иностранных работников. То есть все работодатели наши, они полностью теперь тоже защищены. Все работники, у кого был действующий патент, спокойно идут, если хотят, работают, если они просто хотят переждать, их документы заморозились. Будут вопросы, что мне делать, я вот вчера заплатил патент. Друзья, ну если вот заплатили, не дотерпели, уже ничего не сделается. К сожалению, деньги уже не возвращаются. Возможно, будет потом какие-то послабления, но вот сейчас я очень рад, что наконец-то были мы услышаны. Много писало каналов, много об этом рассказывали. И вот сегодня 274 указ от 18 апреля подписан. Я вас всех еще раз поздравляю. Очень рад, честно говоря. Дальше за изменениями, конечно же, мы будем следить. На моем канале Планета Уз подписывайтесь, ставьте лайки, все у нас будет в любом случае хорошо. До 15 июня все легально разрешены, всех, у кого действующая регистрация, действующие патенты, все теперь хорошо, друзья. Теперь самое главное, чтобы коронавирусная инфекция нас покинула, и мы спокойно зажили заново. Вот и все. С вами был Константин, здоровья вам, удачи, подписывайтесь на канал, все будет хорошо. Всем пока-пока.